Симферополе открылся традиционный школьный базар. В этом году ассортимент товара разнообразен, но качество оставляет желать лучшего, отмечают покупатели. С ценами и ассортиментом ознакомились наши корреспонденты. Ручки, карандаши, тетради, рюкзаки и школьная форма. Здесь в одном месте можно приобрести все необходимое для учебы. В Симферополе заработал школьный базар. В этом году он расположен вдоль Салгира от проспекта Победы. Ирина Кондратенко на рынке работает 10 лет. Рассказывает, по сравнению с прошлым годом ассортимент не изменился. Но на некоторые товары цена выросла на 30-50%. Цены увеличились не на все. Вот как было в том году, луч. Фабрика, город Ярославль. Так цена и осталась. Пластилин, краски, гуашь, цена та же. Один в один. Вот. Чуть-чуть увеличились тетради, но есть которые без картинок и бумага тоньше. Цены ниже, чем в том году. Можно выбрать. Кому надо большое количество, у кого много детей, можно выбрать тетради. Вот. По ручкам, процентов 30 увеличилось ручки. Простые карандаши 50%. Средняя стоимость школьной формы на школьном базаре около 3000 рублей. Спортивного костюма 1500. Портфель можно купить тоже за 1500 рублей. Самый дорогой обойдется в 2500. Для того, чтобы собрать мне двоих детей в школу, примерно. Если одевать полностью ребенка, начиная, допустим, с колготочек, у меня девочка и мальчик, и заканчивая, скажем, рюкзаком. Не беря во внимание там куртку, верхнюю одежду. Я думаю, что у меня уйдет около на двоих детей, около 10 тысяч. Я думаю так, вместе с канцелярией, с рюкзаком, там с костюмом. А вот Юлия Сидоренко для того, чтобы одеть дочь-третьеклассницу в школу, планирует потратить 12 тысяч рублей. Сегодня покупали блузочку, смотрим, пиджачок какой-нибудь, сарафанчик, что-нибудь новенькое. И на какую сумму рассчитываете? Тысяч на 12, наверное, так, в среднем. Это не глубокая осень, это вот так вот собрать, первое все такое. Основной поставщик товара – производители из России и Крыма. Некоторые уходят с рынка, разочарованные качеством. Хваленная фирма Нины Аниловой, я посмотрела, надо же, все-таки дети уже современные, они должны выглядеть более-менее. Это все-таки еще очень кустарно для ребенка, чтобы сегодня в современной школе, конечно, бы хотелось, чтобы это была форма, но она была действительно по душе девочки. Школьный базар начал работать в Симферополе с 1 августа и продолжит свою работу до конца месяца. Пока наплыва родителей, желающих подготовить детей к 1 сентября, немного. А торговля идет вяло, сообщают предприниматели.